Езжай медленнее, а то копы остановят. Подтверждаю. Нет, ты должен слушать, как говорят люди. Не надо говорить «подтверждаю» или что-то вроде того. Говорит «нет проблемы». А если кто-то к тебе придет с претензиями, говорит «засохни, писюська». А вот если хочешь уйти красиво, скажи «асталависта, бэйби». Асталависта, бэйби? Да, типа того. А если кто-то грустит, скажи «не воняй». Все это можешь совмещать. Не воняй, писюська.